приехали мы смотреть. А ты же это? Тише, ну, тише, блядь, тише. Ну не птица, это точно. Да, это что, блядь? Задерни, пожалуйста. Давай, давай. Не порви только, пожалуйста, там одна порвана. Чуть-чуть. Не порви. Может, подойдем прям ближе? Я не могу здесь болтать, ладно. Дед, вот ты в этих, блядь, вообще оригинально смотришь. Ты вон с портал так сядь. Блин, говорит, вас. Не, вот, вот так вот ты уходишь, нахуй, ты что? Так самое заебись. Камазку держи, да. А? Ты со мной не можешь? Так еще очков, блядь, давай заплыки. Я тебе только не буду. Ты сел на бочку, ну что? Хочу медленно погрузиться. Ах, блядь. Я чувствую, это было последнее мгновение вот этой ласты. Больше мы ее не увидим. Короче, это как вы смотрите, стойте, я сейчас ближе к острову подойду. Ну чё, как? Котики. Дай верси! Рыба какая-то плещется. Да это сайда, блин. Сайда, да? Вон сколько ее кипит. Торпеда выпущена! Врагам капец, ебать! All right.
Да. Или что? Не, будем сюда это. Не, без чего ты говоришь, набрали? Как? Как ты сказал, вот набрали? Не, маленький. Маленький? Ну не, ну это нормальный, ну мало. Ну, видишь, есть пожалею. Не, нормально, нормально. Набрали. Так, вот этот, конечно. А это что, другой ход? Это английский, да. Но он с красной книги, блядь. Да? Вот морской ежик, смотрите, вот. Набрали, будем кушать. Это медиолос. Тоже будем кушать. Все это вечером будет готовиться. И будем объедаться. Thank you.
Происходит чистка рыбы и подкормка чаек. Палтуса поймали мужики, он висит. Уже все, нахуй. А, у тебя может еще тоже ебанул такой. Так что палтус есть. Ловить надо уметь. Лёва, висит тут, блядь. Вот такого палтуса мы поймали сегодня, мужики. Охренеть, я первый раз еще вижу его. Вот эта толщина, блин. Перевернусь. Понятно. Ну как, долго боролся? Говорят, ушел на раз. Такая рыбина, мужики. Бляха-муха. Вот это кайф надо втянуть. Вот так вот. Одну поймал и все. Полгода можно есть. Это стол, на котором она делает? Ага. Срезик, да, достать надо? Да. Вот такая вот рыба. Видите, глаза у нее, как у быка, блин. Угу. Что, долго боролся, да? Ну да, отдыхал пока там. Да? Ёпара с этой, блин. Не редкие экземпляры, да? Не знаю, я первый раз сам вижу. Да. Я же тоже приехал порыбачить. Да. Наверное, можно отвязать его, да?
Ну что, точно не убежит. Друг убежит. Интересно. Вон он ползет, видите как? Шевелит иглами. А тут у него вот такая вот штука. Рот, да, это рот у него такой зубастый. Бедный ежик, как говорится. Где пасть открыл. Кого-нибудь кусал? Морской еж. Я думаю, тут можно укусить, если палец сунуть. Вот, короче, еж разрезан. Это у него несъедобная часть. Вот эта часть, вот видите, желтая. Вот эта икра, она съедобная. Это сбрызгиваешь лимоном и прямо ложкой можно есть. Вкусно, сладко. Если так просто ешь, то это просто она такая сладкая получается. Субстанция. Но очень-очень-очень полезно для кое-чего. Так что на море это заменяет бобровую струю, скажем так. Да, как ты по-моему для ежей. Короче, берешь ежа. Ежа, ножа. Разрезаешь. А ты покажи, как разрезаешь. Я показал. Режешь. Берешь вот икру. Сок лимона, по желанию, можно так, можно вот соком прямо вот так вот поливаешь. И потом. Класс. Сужается, расширяется. Сувай. Да, снимаешь? Да. Нет, не буду. Мне сегодня хватило приключений. Короче, берешь ежа, вот это зад, это перед, нож, и аккуратненько начинаешь его протыкать, разрезать. Лучше в наших перчатках все это дело делать. Вот, желтая, это икра. Ну, тут полупустой такой. Беру ложку. Снимаешь, да? Да, да. Ну, хотя не полупустой. Ну, смотрите, корка. Берем лимончик. Берем лимончик. Поливать можно, кто как хочет. И подожди, огонь просто. Главное вот не перемешать эту хрень с кишками. Огонь! Будешь, нет? Не, не хочу. Не понравилось? Ну давай с лимончиком сделай. А? Здесь, здесь! Может, на этом столе то не надо было это сопли разводить? О, тебе повезло. Да мне столько не надо. Мне просто один раз и все. Лежи. А, так. Позвольте. Но. Погоди-ка, подожди, он еще не ел. Давай-ка в очередь. Как не ел? Кто не ел? В очередь, сукины не дети, знаешь, я такое? Девочек, это высыпи вот вон, иди сюда. Да не надо, не надо. Ни одного. Ты это? Не обращай внимания, ты здесь. Нормально. Нормально. Я сам такой. Напись, страшно, блядь, со мной. Ну, значит, дай, дай, сейчас. Так. Смертельный номер. Подожди. Так, ну чего? Смертельный номер, пробую первый раз. Первый раз, парни, подожди, тихо. Не гундите там, на заднем фоне. Ну, на заднем плане не гундите. Вдруг я сейчас помру, блин. Первый раз получил. Не помнешь, вкусно, ё. Давай, с лимоном вообще огонь. Только будешь здоровей. Да не нюхай ты их, поглотай сразу.
просто вкус лимона. Ну, вкусно. Но. А после вкуса я уже как... Как креветки. Ну, да. Ладно, то... все, съел. Моя очередь. Ты только не перемешивай, аккуратно. Да я с ним потом. Не учи, да? С кишками. Ну, вот, блядь, большой был, он был полупустой какой-то, а этот прям вообще весь он внутри. Да? Ну, все отлично. Что, что нам и надо. Ну, тоже смертельный номер. Давайте, да, а что смертельного? Не, ешь ты. Ваше впечатление. Вот эти то, что, кстати, Шикардос. Поставили на четверых, да. Это ваша блога. Йода хоть отбавляй. Чувствуешь, как радионуклеиды уже поперли из тебя? Чувствуешь, как у тебя... приподнимается что-то, блядь. Настроение. Мужское настроение приподнимается. Тут йод же просто, он же не дает настроения. Тут все, блядь. Да? И да. Сейчас пойдешь приставать кому-нибудь. Не, ну я не такой. Ну такое в ресторане, да, подают в каком-нибудь. Ну давай я еще разик съем. Бочку сложили бы все. Стоит попробовать, да? Да, не, я пробовал раньше. Очень вкусная штука. Рекомендую.